Какие-то наклейки. Не знаю, что это такое. Возьму на барахолку, там купят. Какая-то лента черная. Много лаков. А вот эти ножницы я уже возьму. Это кошкам когти обрезать. О, накладные ногти. Охренеть, сколько их тут. Вот это, скорее всего, купят на барахолке. Ну, рублей за 100 за коробку. Что тут еще есть? О, обрезки вареной курицы. О, это что такое? Это, скорее всего, в эту трубку надо дышать, чтобы проверить наличие спирта в организме. Типа спиртометр. Охренеть, он даже работает. О! Блин, пустая. Я думал, мало ли вдруг повезет и нашел видеокарту. Коробка пустая. Блок питания для ноутбука. Вот это я возьму. Такие блоки питания покупают по 500 рублей минимум на Авито. Опа. Чехол от телефона новый. О! Нифига себе. VR-очки в защитной пленочке.